Бренд «Лавира» предлагает вашему вниманию стильные ансамбли. Марина выбирает сегодня для себя капри Элани черного цвета с ярким принтом, а вот Анастасия яркий голубой цвет, тон в тон под тунику японка. Опять же хочу сказать, что хорошим спросом пользовались также капри Элани в 2015 году. Сегодня цену мы не подняли, сегодня напротив мы сделали хорошую скидку. 760 рублей мы вычеркнули, ведь ранее эти капри стоили больше 2000 рублей. Опять же напомню, что это эксклюзив. Вы только у нас можете заказать эти цветочные капри. Оленька, еще два цвета, с которыми мы сейчас вас познакомим. Итак, в руках я держу сочный изумрудный цвет. Обратите внимание на эти яркие цветы. Сочная, яркая палитра скажет всем о том, что вы смелая модница, кто не боится ярких красок. И стоит не забывать о том, что все-таки цветы актуальны до сих пор. Оттенок коралла – это последний, четвертый цвет. И мне очень нравится такое смелое сочетание лавандовых, бирюзовых ноток на коралловом фоне. Я рекомендую вам, выбирая капри Элани, обратить внимание, что бренд Лавира рекомендует выбирать еще к ним тунику японка. Если вы мечтали о фирменной вещи, тогда звоните прямо сейчас. И мой вам совет: на одном приобретении не останавливайтесь. Ведь сегодня Светлана Воронцова подобрала для вас такие стильные образы. Пользуйтесь ими прямо сейчас. Ну что ж, Оленька, и сейчас мы с вами подбираем микс. Будьте внимательны. Например, вы выбрали для себя тунику японка кораллового цвета. Я сейчас буду вот так вот располагать ее и подбирать к ней капри Элани. Первый вариант. Коралловый цвет подходит идеально. Второй вариант. Мы видим с вами, что на зеленом фоне коралловые цветы тоже подходят идеально. Оля? Сейчас мы видим с вами яркий голубой цвет. Класс. И вновь здесь коралловые цветы. И последний вариант, вау, более классический, это черный цвет. Мы с вами делаем вывод, какую бы тунику японка мы с вами не выбрали, капри Элани подойдут и будут сочетаться с ней идеально. Выбирая принтованные вещи, сразу вам честно скажу, благодаря принту визуально это отвлекает от особенностей женской фигуры. И всегда, выбирая принтованные вещи, наша фигура выглядит более эффектно. Я сейчас хочу, Олечка, продемонстрировать еще один огромный плюс. Это ткань. Ткань масла. Мы привыкли, что из этой ткани шьются платья, блузы, но летние брючки. Это же настоящая находка, плюс эластичная лента. Обратите внимание, как она оформлена. Ткань масла заходит на эластичную ленту и закрывает ее. Поэтому мы смело называем бренд Лавира одним из самых любимых брендов для наших российских модниц. Но это еще и комфортный бренд. Вот все-таки это очень важно. Ты знаешь, вот такие нюансы, чтобы не было пуговиц, чтобы резинка была особенная. Ну, вспомни, когда, наверняка у тебя такое случалось, когда такая тоненькая резиночка, она впивается, а потом след остается, который за ночь иногда не проходит. Посмотрите, друзья, сейчас приложу эти брючки и покажу, как я свободно в них пребываю. Мы сейчас тортиков налопались в честь дня рождения наших коллег. Посмотрите, пожалуйста, вдохну полным животом. Задышали. Ну что ж, дорогие друзья, а я хочу еще рассказать о том, что чем, за что мы любим бренд Лавира. Это не только красота, это прежде всего комфорт для вас. Как приятно приобретать вещь, которую мы носим круглый год. И еще она никогда не потеряет ярких красок из-за качественных вискозных материалов.